Привет-привет всем! Меня зовут Юлия Жукова. И сегодня было задание очередное, прохождение его по повышению потенциала своего. Необходимо было посетить автосалон. Мой выбор пал на салон Mercedes, потому что он милее сердцу, интереснее. Но помимо еще было посещен мною BMW-центр. Это тоже интересная машина, но расскажу за Mercedes. Значит, начинались все комплектации с А-класса, естественно, Б, С, Е и С-класс. Это кабриолет. Мой выбор пал бы на него в любом случае, была бы возможность. Это самая дорогая комплектация. 17 миллионов рублей. Купе, универсалы не рассматривались мною, хэтчбэк в среднем плане и седан от 2,5 миллионов рублей начинались и до 9,5 миллионов рублей, ну, классной комплектации. То есть, так, ну, впечатление, конечно, вышка. Могу сказать сразу, что чувствуешь себя намного другим человеком, выше по статусам, интереснее. И когда вопрос стоит о том, что консультанту говоришь, а есть ли что-нибудь подороже, интересный такой взгляд получаешь, идешь до следующей комплектации, идешь до следующего класса. И это очень как бы вообще завораживает, вводит в какой-то кураж такой интересный. И в итоге, подойдя к последней комплектации именно понравившегося кабриолета, значит, были вокруг нас уже два администратора и три консультанта. Рассматривают сразу тебя, интересуются, почему ты именно самую большую комплектацию, еще спрашиваешь, есть ли что-нибудь подороже. Вообще, это класс, есть к чему стремиться, вот он, тот миллионный, миллиардерный смысл жизни. Вот это то мышление, вот это та стезя, это то направление, это та жизнь. Ребят, вообще не хочется возвращаться к вот этому всему, что ты где ты сейчас находишься. Я знаю, уверена, что я выйду из этого. И вам желаю тоже всего хорошего. И поначалу, ребят, мышление свое вместе с потенциалом повышать только в голове. Когда рамки вы свои жизненные раздвинете, это будет просто вышка, и просто будет много-много-много у вас удаваться, и всего достигать вы будете. Всего хорошего вам желаю, пока-пока, и спасибо за такое задание.